Неужели нет каких-нибудь других ведущих на Первом канале, чтобы вот заменить вас? Спасибо, я понял вопрос. Вы знаете, я бы вспомнил анекдот. Мальчик нашел кортик и часы золотые. И приходит к раввину и говорит: для чего это мне? А раввин говорит: все очень просто, мальчик, твое обрезание в 18:35 сегодня. Я думаю, что я ответил на ваш вопрос. Нет.